Пишет Лиза Мэмсон. Дорогой Дедушка Мороз, подари мне собаку. Хуяку, блядь. А ее брат Барт Мэмсон просит в подарок велосипед. Велосипед, блядь. Что это за хуяка? И велосипед. Если ты недоволен своим подарком, если ты плачешь от того, что Дедушка Мороз не угадал, что тебе нужно, тогда звони нам, мы дадим ему пизды. Жену дели, надо отомстить! Рассказывай. Здорово, Жендос. Тут одного петушка надо затроллить так, чтобы у него буканчик бомбанулся. Алло, слышь, Хачина тупорогая, я твою мать в рот ебал. Чё? Я говорю, мать ебал в очко твою. Это кто? Ёбарь твоей мамаши. Я тебе сейчас ебу, ты чё ебанутый, сука? Я сейчас приду, тебя на куски порежу, тварь. Да я тебя поймаю, чмо ты ебаная. Да кого ты поймаешь, дебил, ты залупу ртом поймаешь. Ты где тебя захочешь, ты мне скажи, я творог выебу, то пахана выебу вместе с тобой. Это ты опять, что ли, хочешь, чтобы тебя жопу выебали, или что? А, это ты. Ну давай, где, когда? Где? Когда тебя в жопу выебать? Ну а когда ты хочешь, мой сладенький, а? Сука, блядь, я тебя изувечу, нахуй, тварю. Нахуй ебать. Адрес записываем, морозина тупая. Давай, блядь. Давай, нахуй, улица. Я твою маму ебал, блядь, урод. Мечтай, да ебалка не выросла. Сука, блядь, траханая, блядь, ядрила ебаная. Сука, я тебя найду, тварь, блядь, уедущая, ты понял? Животина, ты пердёжник, ты вонючий, ты, блядь, животное, нахуй. Засунь свое, блядь, сука, язык в очко, нахуй. Тебе ясно, ты, блядь, блядота, ты заебаная, нахуй. Я тебя найду, ты, блядь, и тебе очко, нахуй, лопни, ты, блядь, блядота, нахуй. Ебала, нахуй. Я тебе звоню, чтобы тебе сказать, что я ебал твою маму. Понимаешь? В жопу. Эй, сука, гандон, блядь. Ебучий пидорас, блядь. Что я еще? Ты ебнулся или что, блядь? Нет, ты ебнулся, ну как, ну, мы ебнулись вдвоем, ну как бы нет. Блин, тебе можно сказать, что я сам ебнулся об нее, да? Ох, залупай об ее нос. Питер, ебаный, последний, конь, олень, знаешь? Конь, олень? Это что за животный такой, подожди. Конь или олень? Где ты сейчас? Улица Пушкина, дом Колотушкина. Записывай, давай. Улица Пушкина, дом Колотушкина. Адрес, сука, тварь. Улица Пушкина, дом Колотушкина. Тут много детишек кавказской наружности. Алло? Пизда тебе, борода из ваты! Подписывайся на канал Мемшоу, и весь 2014 год ты будешь троллить быдло с Евгением Вольновым. Хочешь стать частью мем-шоу? Вступай в мемское сообщество и создай своего персонажа. Подробности в группе ВКонтакте. Ссылка в описании.